Антология. Кстати, зачем написал манга, это и так понятно. 11 и 14 главы. Еще один художник. Я так понимаю, тут один. Хотя нет, вроде встречались уже истории, которые художник две нарисовал. Может, я ошибаюсь. Я уже несколько месяцев учусь в Академии Бикон. Поначалу было тяжело, но сейчас у меня появились друзья, готовые разделить со мной поле боя и повседневные радости. Однако, кое-кого в моей жизни все еще нет. И я имею в виду парня. Зачем он тебе? Не нужен тебе парень. Забудь о нем. Что с ней стряслось? У меня есть догадки. Она читала романтический комикс сегодня утром. Ее легко впечатлить подобным. Не ожидала, я думала, она любит боевые комиксы. Ну, снаружи этого и не видно, но в глубине души она романтик. Так говоришь, будто это что-то плохое. Так вот, я хочу испытать бурные интриги юности. Хочу, чтобы сердце прыгало в груди. Не выйдет, ты пацанка. Да ну, кто бы говорил. Руби, у тебя уже есть парень. Крисон Троллс. Нет, я говорю о живом. Все, забейте. А? Куда эта Руби пошла? Искать парня, вот сумасшедшая. Ха, пусть идет. Что, почему ты смеешься? Она была такой робкой, когда только поступила, а сейчас уже ищет парня. Хоть она все равно иногда отдаляется и закрывается. Я рада, что она меняется к лучшему. А, это уже событие довольно позднее, чуть ли не у третьего сезона. Ты хочешь найти парня? Ты? Ого, познакомьте меня с разными мальчиками. Познакомить. Чтобы он был милый, как в романтических комиксах. Милый парень, романтические комиксы. Что это? Какая-то детская фантазия? Ха, но меня не интересуют девчонки, так что тебе придется искать дальше. Ну и чудачка. Не найдет она себе никакого парня. Привет, как дела, Руби? Да, с этой командой без противника. Типа и так уже на парочке разбились. Вдруг они уже разбились по парам. Аж любопытно. Зришь корень, зришь корень. Правда, к сожалению, одна тетнет в будущем. Привет, Торкве. Ох, стоп, если я встряну, то получится типичный любовный треугольник. И мне придется выбирать между дружбой и любовью. Она в порядке. Эй, что забыла? А, не, нетушки, ребят, ну это уж точно нет. Это точно мимо. Эх, я так устала. Обошла весь кампус, но ни один парень не заставил мое сердечко дрогнуть. Наверное, ты и вправду мой единственный. Чё, ну, плохие события происходят. Чё такое торкое? Можешь посмотреть. И ты же есть серию смотрел, конечно. О боже, я пришла посмотреть за ней, и что она делает? Вайс. Ты просто не готова к отношениям, бросай уже. Эй, ты чего такая? А, я знаю, ты злишься, потому что ревнуешь. Именно. Что? Ничего подобного. Тогда с чего ты вдруг покраснела? Да, все понятно, на самом деле ты втюрилась в меня. Не пари чушь. Что? Ну, ради тебя, может, я попробую. Вот так. Вот это байт. Просто пошутила. Ничего смешного, балда. Окей, это добротное. Так, Руби, Белая Роза. Извиняюсь. Оу. Люди, а вам, кстати, все это время ничего не мешало слушать меня, потому что у меня были включены динамики, я их не выключил. Вы все это время... Вам они не мешали никак? Неужели микрофон не ловит? Это хорошо, нормально было, отлично. Это странно. А, наверное, потому что смешивали звуки из динамиков с звуками, которые вы получали
Да, скорее всего, так и было из микрофона. Я всегда сражалась в плаще и кое-что поняла, что он ни хрена неудобный. А, нет, он слишком легко рвется. Если не ошибаюсь, у него же в последнем дизайне краски он тоже рваный. Думаю, нам пора обзавестись новыми костюмами. Проснись. Ну подожди, еще чуть-чуть. Я не спала всю ночь. Снова вы? Нельзя спать во время лекции, особенно если вы так подсказкиваете, когда просыпаетесь. Это неподобающее поведение для студента, принятого по рекомендации. Да, она же по рекомендации. Ай-яй, Вайс, не надо было будить меня так. Ты стал засиживаться по ночам в последнее время? Кстати, это зимняя форма? Или что? Или меня глючит? Нет, я меня, наверное, глючит, прошу прощения. Чуть-чуть я. Все нормально, забудьте. Что ты сказал? Что ты вообще делаешь? Ничего особенного. Работаю над кое-чем. Я скажу, когда доделаю. Я ночами не сплю, все гадаю, что же это. В следующем костюме Вайс должна быть броня. Броня? Она много машет мечом. Он тоже должен быть больше. Возможно, лучше просто сделать ей копье. Будет выглядеть гораздо внушительнее. Волосы нужно убрать, хвост на спине. Но вес может сковывать движение. Заодно спрячем твою грудь. Откуда это она взяла? Остынь, остынь. Что еще? Что это такое? Пустые лица, но с каких пор ты указываешь нам, что носить? Нам все равно скоро менять костюм. Обсудить это, заходя, неплохая идея. Мы всегда сражались одни, но теперь будем сражаться вместе. Нужно знать мнение остальных. Что у тебя там еще? Думаешь, это шутка, да? Кажется, это подойдет, Блейк. Посмотрим. Блейк подойдет что-то посвободнее. А костюм в восточном стиле с укороченной кромкой для свободы движения, это для фан-сервиса. И катана. Ну, понятно, да. У нее и так восточный налет был всегда. Поэтому ожидаемо довольно. Так все наше оружие станет больше. Нет, спасибо, никогда не держал в руках. Никогда в руках не держала. Не хочется и Адама. А тебе, Йенг, возможно, гранатомет в руку. Повсюду запрятаны дополнительные боеприпасы. Она просто пытается увеличить мой урон. Это вообще мне норм. Подумываешь об этом, не так ли? Редизайн, блин. По-моему, они слишком разные. Да уж, это точно. Никакого сочетания, никакого общего стиля. Мы говорили об этом, но так и не договорились. Я не могла продолжать носить плащ, как раньше, так что я просто сделала себе новый. А, это когда они обсуждали, это вот после этого они типа условно сделали себе дизайн, который мы увидели в арке, когда они за Торчиком гонялись. Как-то раз в лунную ночь. Что? Ты увидела привидение? Да, когда я шла домой с тренировки на вершине лестницы, ведущей в мою комнату, стоял кровавый призрак. Странно, снова читал странные книжки, Вайс. Йенкер, не смешно. Я читал только дневник Блейк. Что? Надеюсь. Вайс просто обознался. Что ты делаешь? Ладно, пойдем заценим. Что, прямо сейчас? Да! Там, вон там стоял, там я его увидела. Никого. Он бежал. Уверена, что тут не доктор Ублюдок пробегал. И что бы это значило? Не волнуйся, вас, я лидер команды, спасу всех нас. Рифма, блин. Мне уже и так спокойно. Но тут ничего нет, может, тебе показалось? Вовсе нет, я даже слышала голос. Да, он звучал как-то. Так. А, он здесь. Я спасу вас. Руби! А ну стоять! Это призрак? Это просто лунатичка Нора.
Да, простите нас, пожалуйста. Ну как же кровь? Просто сироп. Явно опять где-то стащила. Ням-ням. Идем, Нора, пора спать. И я знала, что это не призрак. Ага, точно, очевидно, не призрак. Ей, ты тоже довольно громко вопила. Ха-ха. Я никогда не вопила. Но Вайс испугалась больше всех. Молчи, Руби. Хорошо, пошли спать. Завтра рано вставать. Следующим утром. Руби, я видела что-то на лестнице вчера ночью. Четыре призрака смеялись. А, Жон. Да ну. Ой, опять. Ой, этот Моджи же. О, прикольно. Люблю этого автора его Артики. Так, ну главное, вот я понимаю, вот так надо читать. Можешь съесть. А, это вообще маленький, это Йонкома, по сути, да? Да, это, скорее всего, Йонкома. Тебе тоже переполняют эмоции при созерцании расколотой луны? Ее можно считать символом человеческого безрассудства. Ну, как ты попал довольно точно, Вайс. Я просто думала, что будет луна огромная печенька, она могла быть очень сытной. Ты просто невыносима. Команда Руби. Итак, бесстрашный лидер Руби начинает задание раннее утро. Вайс, вставай. Сестры. Друзья. Жена. Что еще байты? Йоу, хорошо. Шарят, шарят авторы. Шучу. Стой, чего ты покраснела? Хорошее добавление, Унифан. Насчет богов также. Другая версия. Приехала фигурка паладина, которую ты хотела. Ура, люблю тебя, Вайс. Погоди-ка, это вариант белого клыка. Я хотела вариант армии Атласа. Они не отличаются. Они охренеть как отличаются, так же как Румба и Гантом. Отличные отсылки. Я сейчас вообще ничего не поняла. И вот, смотри, тут внутри какой-то торчик. Да, довольно досадно. Торчик, что бы нам с этим делать? Будем использовать как мишень? Приготовься, торчик. Оу. Какая сильная отсылка, боже мой, какой ужас. По какой-то причине у меня мурашки по коже. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это черный юмор. Руби, давай попробуем то, что называют девчачьей болтовней. Давай. Поговорим о ногтях или о шопинге. Я никогда этим не занималась. Меня никуда не выпускают без разрешения. Может, о мальчиках, впрочем, я о них не так уж и много знаю. Оба мои отца хорошие люди. В итоге они болтали об оружии. 17-летняя школьница. Мисс Хейвена. О, вы препод? В чем ты? Я учусь. Она, наверное, второй год оставалась. Да, шутки про Синдер, которая школьница и все строила. Ай. Окей, хорошие главы тоже. Куча бейтов опять. В этот раз прям сильных. Хорошо, конец записи.